Вас приветствует Алена Арис. Узнайте, кто мечтает вас нежно обнять. Кто-то из родственников девочки. Здесь может быть сын, дочь, внук или внучка. Мечтают вас крепко обнять. Мечтают встретиться и крепко обнять. Скорее всего, это мужчина или женщина. Нет, может быть, мальчик или девочка, у которого или у которой черные волосы и темные глаза. Подумайте, кто это. Давайте посмотрим еще, кто хочет вас нежно обнять. Кто еще хочет вас нежно обнять? Кто-то из ваших бывших, девочки, испытывает к вам сильные чувства, наблюдает за вами. Мужчина, с которым были длительные, серьезные отношения или брак. Очень сильные чувства у него. Он за вами наблюдает. Скоро явится темненький. Да, скоро неожиданно появится. Причем независимо от того, в каких вы отношениях сейчас. Да, какой-то бывший мужчина. А вот. Да. Конфликт у вас, с которым был, конфликт или развод. Очень вероятно, что именно развод. Для записи на личную консультацию пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру. И, девочки, станьте тарологом мгновенно, благодаря моей большой книге Таро. Не надо учить, или учить не надо, бери и предсказывай. То есть берете книгу, открываете и сразу предсказываете, даже если у вас нет колоды карт. Ссылочка на книгу внизу в описании и в моем первом комментарии.